Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин на канале Федор Сумкин. Очевидно, но правда. И сегодня я начну прохождение такой игры, как Quake 2. И это будет необычное прохождение. Я назвал его немое прохождение. Почему? Сейчас объясню. В этой игре я не буду ничего говорить. И, ну, буду говорить, но только в начале, чтобы заглавить канал. И в конце, чтобы закончить. И все остальное прохождение будет так понятно. Почему? И дальше объясню. Игра имеет отличный русификатор. Отличный. Просто отличный. Плюс еще есть русский перевод, но он как бы тут даже особо не, роли не играет, потому что тут никто на русском говорить не будет. Почему отличный русификатор? Объясню. Слова понятны. И, ну, действительно, слова понятны. И что самое главное, текст связанный. То есть связанный, понятный текст. А не то, что мы можем наблюдать в Гарри Поттере или в Alone in the Dark. Вот даже в Crash Bandicoot. Там текст был не связан. Нифига не было понятно. Ну, в Alone in the Dark было понятно, но даже не так. Сейчас, кстати, говорят, но я сейчас отключу наушники и подрублю хорошую музыку, и у нас начнется отличное прохождение Quake 2. Ну что ж, поехали. Эта игра у меня раньше была. Игра с чем-то напоминает Doom, а точнее Doom 3 был скопирован с Quake 2 некоторыми местами. А именно, перезарядка оружия, некоторыми открывающимися дверями. И, собственно говоря, не чем-то был похож сюжетом. Хотя Doom 3, он скорее как хоррор-шутер. Ну, шутер с элементами хоррора. А Quake 2 это просто чистый такой боевик. Ну что ж, сейчас начнем. Сейчас я отключаю наушники. Нет, демонстрация мне не нужна. Можно я ее вырублю. Алло, дай демонстрацию отрублю. Да, вот, собственно, там демонстрация. У нас скоро начнется настоящий экшен. Ну что ж, я отключаю наушники.
Ну что ж, это была первая серия. Дальше увидим. Ну, увидите, короче, в следующих сериях. А я с вами категорически прощаюсь. Подписывайся на канал. Ставь лайки, дизлайки. Напиши комментарий. Расскажи друзьям. Я уже говорил кому, а именно всем. И еще раз с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока. В следующих сериях Quake 2. И еще постреляем немножко.